Чувашии суд вынес приговор экс-директору спортивной школы в Новочебоксарске, где осенью прошлого года утонул мальчик. Его признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствием и судом установлено, что с мая 2017 по ноябрь прошлого года на тот момент еще директор спортивной школы в целях снижения затрат на содержание этого учреждения не создал безопасные условия для посетителей во время платных занятий в плавательном бассейне, не оснастил его необходимым количеством спасательных средств, не организовал принятие на работу инструктора по плаванию для контроля за безопасностью посетителей бассейна, а также не обеспечил врачебный контроль. В результате 17 ноября прошлого года в единый республиканский день здоровья и спорта в указанном бассейне захлебнулся в воде 9-летний мальчик, находившийся там без какого-либо присмотра. После этой трагедии директор спортивной школы был освобожден от занимаемой должности. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, он на 1 год лишен права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.